В Тверской области группы санитарных инструкторов из числа мобилизованных граждан перед отправкой к местам несения службы проходят обучающий курс мероприятий первой доврачебной медицинской помощи. С защитниками Отечества занятия проводят ведущие специалисты областной клинической больницы и Тверской станции скорой медицинской помощи, реаниматологи, анестезиологи, практикующие врачи скорой помощи. Обучение проходит на базе учебного центра Тверской станции скорой медицинской помощи. Военнослужащие занимаются группами по 10 человек. Курс рассчитан на несколько дней занятий с пребыванием в учебном центре и занятиями со специалистами. Хотел бы отдельно сказать слова благодарности нашей тверской медицине. Очень неравнодушно, очень активно, ответственно встроились. Более того, даже добровольцами съездили, большая группа наших врачей съездила на Донбасс и в Луганск, поработала, посмотрели, как происходит, какая специфика оказания медицинской помощи. В результате уже наработан опыт. Слова главы региона подтверждают и главный врач Тверской станции медицинской помощи Константин Маслов. Здесь обучаются специалистами по навыкам оказания первой помощи на передовой, ведь многие врачи уже проходили добровольцами и трудились на территории. Медики обучают мобилизованных алгоритмам действия при артериальных и венозных кровотечениях, ранениях, нарушениях работы легких, переохлаждениях. В рамках подготовки изучаются основы введения обезболивающих препаратов, отработки сердечно-легочной реанимации, наложения жгутов и повязок и мобилизации сослуживцев при переломах, вывихах, а также транспортировке пострадавшего. Курс рассчитан на несколько дней занятий, именно пребывание в нашем учебном центре с приближенными к настоящим манекенами, где можно действительно все потрогать руками, отработать самые первые навыки по остановке кровотечений, по восстановлению сердечной деятельности, дыхания, навыкам сердечно-легочной реанимации. Добавим, что в сборных пунктах обеспечено дежурство врача или фельдшера. В этой работе задействованы военные медики, работники учреждения здравоохранения региона. Мобилизованные могут обратиться к ним за консультацией, а при необходимости медработники направят пациентов в лечебные учреждения и окажут помощь на месте. По поручению главы региона медицинские блоки сборных пунктов усилят дополнительно терапевтами и хирургами. Приказы Минздрава Тверской области за каждым мобилизованным пунктом закреплено одно из региональных медучреждений.